Приветствую вас, уважаемый покупатель. Я рад, что вы оформили заказ в моем интернет-магазине, и теперь вам остался последний шаг – это оплатить вашу покупку. У нас представлено множество способов оплаты, которые давайте сейчас мы вместе разберем, и вы определитесь, какой вам будет более удобный. Итак, первый способ – единая касса. Позволяет принимать платежи с помощью банковских карт, прием платежей через терминалы «Контакт», «Элекснет», «Юнистрим» и другие в любом салоне, «Евросеть» и «Связной». Давайте подробно посмотрим. Переходим на сайт платежной системы. И как вы видите, здесь очень много способов оплаты. Сможете выбрать любой, который вам понравится, и оплатить данный заказ. Также можно оплатить карты Visa, MasterCard и Maestro. То есть выбираем галочку, нажимаем подробнее. И здесь уже оплата идет через Яндекс.Деньги. То есть либо можно Яндекс деньгами, либо банковской картой. Нажимаем, и нас перебрасывает на платежную систему Яндекс денег. Здесь просто вводится ваш номер карты, реквизиты и нажимаете кнопочку заплатить. Так, ну тут то же самое. С помощью Kiwi здесь мы оплачиваем через единую кассу. Также оплата проходит. Сбербанк онлайн также идет через единую кассу. Через WebMoney здесь можно оплатить напрямую. Через платежную систему WebMoney. Только надо будет зайти в свой кошелек и произвести оплату. Связной производится также через единую кассу. Оплата через PayPal. Также вводите свой логин и пароль и оплачивайте через PayPal. И есть еще оплата с помощью системы Payeer. То есть, но здесь происходит оплата в ручном режиме. Вам нужно будет перевести необходимую сумму вашего заказа на мой кошелек, и после этого я вам отправлю ссылку на ваш оплаченный заказ. При оплате через Payeer возможно будет задержка, потому что некоторые заказы могут оформиться не ночью или когда я буду не в сети, но в течение 12 часов я этот заказ увижу и обязательно его подтвержу и вам отправлю на указанный вами email при регистрации. Вот такие несложные действия вам осталось сделать, оплатить ваш заказ и получить его на e-mail, который вы указали при оформлении заказа. Благодарю вас за внимание, с вами был Вячеслав Опилкин, желаю вам приятных покупок и изучения, а главное внедрения купленного материала в моем магазине.